Меня многие спрашивают, почему вы решили похудеть? Какая причина была для того, чтобы начать заниматься похудением? И я вам отвечу, это даже не живот. Бог с ним животом. Был и был, ладно. Это лицо. Потому что у меня было постоянно отекшее толстое лицо. Я снимал другие видео, и я не мог на себя смотреть. Ну, это было что-то ужасное. Я так считал, по крайней мере. И я вставал утром, я мог начинать снимать себя только там через несколько часов, пока более-менее отеки могли отходить. Почему? Потому что я жрал много углеводов, быстрых углеводов, то есть сладкое. Сейчас я могу проснуться среди ночи и тут же записывать видео. Никакой разницы нету между ночью, утром, вечером и так далее. И это классно. И вот посмотрите разницу, пожалуйста. Вот. И, естественно, кто-то напишет. Ой, раньше было лучше. Да пофигу, кто что пишет. И я хочу сейчас обратиться ко всем, к тем, кто уже похудел. Вам будут говорить, что раньше было лучше. Наплевать, что вам говорят. Всегда найдутся люди, которые захотят нивелировать ваши достижения, потому что у них не получилось. И поэтому их сильно будет раздражать то, что у вас получилось, то, что не получилось у них. И вообще есть очень много людей, которые терпеть не могут успехи и достижения других людей. Поэтому не обращайте внимания на то, что вам говорят. Следуйте своему пути. Вы решили для себя, что вам нужно. Идите и не слушайте никого, не слушайте всех этих злопыхателей и завистников. Не имеет значения, кто что говорит. Понимаете? Хорошо? Всем вкусного похудения.